Пати ТВ. Друзья, привет! Хочу показать вам простой способ, как нарисовать пчелку. С нами уроки рисования проходят веселее. Берем черный фломастер и рисуем вместе со мной. Вот такими простыми формами я изобразила пчелу с крылышками, жалом и усиками. Повторить будет вовсе не сложно, вот попробуйте. Контур наводим фломастером, делая его более жирным и выразительным. Обратите внимание, что на крылышке контур спинки я не навожу. Мы сверху закрасим его красками, чтобы сделать вовсе незаметным. Теперь, когда изображение готово, берем краски любых цветов. Голову я закрашу красным цветом. Глаза и рот я сделаю с помощью наклеек. Вы же можете просто нарисовать черной краской, когда подсохнет первый слой. Тело пчелы – желтое в черную полоску. Или наоборот, кто знает, кто знает. Сперва разукрасим желтые полосочки. Видите, как я делаю? В месте, где крылышко, делайте так же. Пока желтая краска сохнет, закрасим жало в зеленый цвет. Теперь можно приступать к черным полоскам. И в последнюю очередь закрасим крылья пчелы в голубой цвет. Вот и все, готова наша пчелка. Придадим красочности нашему рисунку фиолетовым фоном, как цветочек. Всем спасибо за просмотры и лайки. Не пропустите следующий урок рисования. До встречи! Пати ТВ.